Первый раз за зиму поехал. Каждые 100 метров такие вот лисины лежат через путик. Жопа в мыле. Чай только что попил. Капкан. Самый ловчий капкан. В этом году еще ни одного соболя он не поймал. Доски для избушки, для новой полки буду делать. Едут со мной. Буераки тут вдоль ручья. Так-то путик пропиленный. Вот только что за полгода, с марта месяца, что нападало, приходится распиливать. Самый тяжелый первый раз за зиму, когда едешь. Надо все пропиливать. Потом-то будет проще. По намятому. Катайся и катайся. Это вот 3 недели назад я тут на лыжах шел. Уже почти не видать следа. Ничего, идет-то легко. Гусеница-то широкая. 60 сантиметров. Большая. Не буксует нигде. Только вот бывает, что валежины вот такие. Круто вверх, если надо заехать. Бывает, пробуксанет. Поможешь. Ну или распилишь. Так-то нигде не буксует ничего. Снега еще мало. По колено. Вот я. Иду. Местами даже и по колено нету. В лесу. На открытых местах больше колена. Ехать легко. Гусеницу не забивает. Снег пухлый. Не как песок. В гусенице не задерживается. Вот только что волокушу набивается, но это он легкий. Так-то груза большого нет. Ладно, поеду дальше. Вот тут двух соболей снял уже. Вот. Вот. Второй хвост торчит. Пила тут постоянно в работе. Приманки, капканы, рюкзак. Это я в другую избушку поехал с ночевкой. Кузовок большой, вместительный. Ладно, поеду дальше.